Казахское традиционное ткачество, сложный и вместе с тем широко распространенный в прошлом по всему Казахстану вид народного прикладного искусства. Высокая степень развития ткачества определялась большой ролью ковровых изделий в быту. К тому же предметы ткачества наделялись благопожелательными охранно-оздоровительными качествами. Процесс ткачества начинался с того, что весной заготавливали шерсть овец тонкорунной породы. Весенняя шерсть бывает длиннее осенней и лучше подходит для тканных изделий. Обработка шерсти проходила в несколько этапов. После мойки и просушки шерсть сортировалась и очищалась от сора вручную. Процесс этот был неторопливым и занимал несколько дней. Шерсть раскладывалась на шкуре, а вокруг усаживались женщины, которые прутьями из стальника взбивали сырье. Этот процесс требовал определенных навыков и терпения. После взбивания шерсть пушили вручную или расчесывали с помощью специальных приспособлений в виде двух деревянных дощечек с ручками, на каждом из которых закреплены металлические прутики, изогнутые в противоположном по отношению друг к другу направлении. При этом мелкий сор, оставшийся в шерсти после мойки и взбивания, выпадал окончательно, и шерсть становилась чистой и пушистой. С помощью веретена уршек получали качественную пряжу. Этот издавна существующий способ получения нитей сохранился и до сегодняшних дней. На изготовление шерстяной нити длиной около 20 метров мастерица затрачивала примерно 3,5 часа. Процесс изготовления пряжи можно назвать бесконечным. В любую свободную минуту женщина могла заняться прядением. После того, как пряжа была готова, ее окрашивали в разные цвета натуральными красителями. Приготовление красящего раствора, протравливание пряжи, окраска и закрепление всегда сопровождались подогревом жидкости на огне. Однако ни конкретной температуры, ни точного времени кипения, необходимых для этих процессов, точно сказать нельзя, так как ткачи действовали по выработанным в процессе практики навыкам. Окраска пряжи сопровождалась предварительной протравкой и последующим закреплением или фиксацией красящего вещества. Для протравливания использовали квасцы. Также в этот раствор добавляли мелко нарезанную кислую пастилу. Пряжу погружали в кипящий раствор и кипятили несколько часов. Высококачественные красители самых разнообразных цветов, обладающие прочностью и стойкостью, получали из листьев, коры, плодов и корней травянистых растений и плодовых деревьев. Через некоторое время проверялась степень окраски пряжи, и если качество удовлетворяло, пряжу вытаскивали и промывали в чистой воде. Окрашенную пряжу развешивали для просушки в хорошо проветриваемых местах, избегая прямого попадания солнечных лучей во избежание неравномерной окраски. После того, как пряжа высыхала, ее сматывали в клубки, на этом процесс подготовки заканчивался, и пряжа была готова к ткачеству. Станки представляли собой несложные конструкции. Их размер определялся размером будущего изделия. Вертикальный станок представляет собой вертикальную раму, устанавливаемую под наклоном.
на вертикальном станке изделие ткутся в круговую. При ткачестве на вертикальном станке использовали инструменты энелик, на которые наматывали цветную нить для утка. Помимо энелик, нити заматывали в простые клубки и применяли другой необходимый инструмент – тарак в виде колотушки с зубьями для уплотнения нитей утка, так как качество изделия прежде всего оценивалось по его плотности. Горизонтальный станок изготавливался из двух балок, расположенных на расстоянии друг от друга. Процесс ткачества на этом станке состоит из трех повторяющихся действий. Сначала мастерица брала попеременно нити основы то с верхней, то с нижней плоскостей, создавая зев, в который продевалась утковая нить нужного цвета. После чего продергивала утковую нить по всей ширине изделия. После проводки утковой нити пальцы рук убирались, и освобожденные нити верхней и нижней основы плотно прижимали узорную нить. Затем с помощью тарак прибивали новую нить к общей массе ковра. Узконовойный ткацкий станок «Ормек» представляет собой совершенно отличную конструкцию в сравнении с вертикальным и горизонтальным станками. Эту конструкцию удобнее всего было устанавливать на улице в теплое время года. Хотя при изготовлении небольших изделий типа коржин, дорба, его устанавливали и в юрте. Для того, чтобы соорудить станок, необходимо было сначала подготовить нити для ткачества. Для этого мастерицы вбивали в землю 5 колышков по определенной схеме и наматывали на них разноцветные нити основы. Этот процесс называется «снование». Если планировалось создание полос для алаша, для основы брались цветные нити. Для баскур и бау брали белые или красные, в зависимости от основного фона предполагаемых лен. Для основы других изделий использовались такие же нити, как и для ковров. Казахские тканные изделия характеризуются большим разнообразием. Безворсовые ковры такыр-килем представляют один из наиболее интересных разделов, прежде всего, обилием техник ткачества. Баднас-килем, бескисте, такыр-килем, алаша и многие другие виды безворсовых ковров были широко распространены на всей территории Казахстана. Безворсовые ковры, в зависимости от вида, вывешивали на кириге юрты или постилали на пол. Разноцветные полосы алаша оживляли пространство юрты своей ритмикой и цветом. Самыми распространенными геометрическими формами в безворсовых коврах являются шестигранные и восьмигранные орнаментированные медальоны. На всю длину ковра в одном ряду помещается 4-5 фигур. Между основными медальонами располагаются более малые в виде овальных шестилепестковых цветков, астральных мотивов в виде звезд, зооморфных роговидных завитков. Есть неширокий бордюр, для декора которого использовались зигзагообразные окантовки и цепочки из роговидных мотивов. Обилие зооморфных мотивов продиктовано кочевым укладом жизни, где животный мир являлся главным источником еды и сырья. В некоторых изделиях явно прочитывается созвучие с другими видами народного искусства, например, с лоскутным шитьем – курак. Мотивы подчинены ярко выраженному геометрическому стилю. По орнаментальному решению их можно разделить на несколько подвидов. Самые распространенные из них выражены многослойными ромбическими фигурами, заостренными ступенчатыми краями. Нередко в ромбовидную форму вписывалась крестовина, символ четырех сторон света, соединение неба и земли, мужского и женского начала.
Орнаментальным мотивам безворсовых ковров свойственна богатая цветовая гамма. Арабы-килем, благодаря своей палитре и композиции из вертикально расположенных полос, декорированных орнаментами алабас, ормикши, придавал жилому пространству торжественный парадный вид. Эта категория ковров была предназначена только для кереги юрты. Такой ковер ткался для приданного и считался символом семейного счастья. Наряду с войлочными изделиями тканные ковры занимали ведущее место как по количественному уровню присутствия в традиционном быту, так и широкому спектру их практического использования и значимой декоративной роли. Количество тканных изделий в доме всегда было показателем имущественного статуса семьи, ее трудолюбия и мастерства. Ковры были обязательной составной частью приданного невесты. На ковре делал свои первые шаги малыш. Их дарили на юбилеи дорогим гостям. Ковер мог быть и платой, заменяя деньги. Коврами украшали и утепляли кереги юрты, застилали ими полы. При перекочевках коврами покрывали навьюченного верблюда, украшая караваны, и в него же оборачивали человека, провожая в последний путь. Композиция казахского ворсового ковра – это сложная замкнутая система, развивающаяся по строго определенным внутренним законам. Самым распространенным мотивом декора центральной части ворсовых ковров можно отнести многоугольные розетки жолдыз. Ковры с таким мотивом называются шатыр-гюль. Такие художественные особенности, как графически четкая композиция геометризированного узора и колористическое согласование теплых и холодных цветовых сочетаний, обведенных контурным цветом, придает узору четкую выразительность и изысканность. Распределение орнаментальных мотивов в ворсовых коврах осуществляется по традиционной схеме наличия центрального поля и окамляющего его бордюра. Мастерицы называют центральное поле кёль, а бордюр – корган или коршау. Ведущий мотив представляет собой рапортное повторение одной, реже несколько геометрических фигур, расположенных в один, два и более ряда, заполненных узорами. Как правило, между основными фигурами располагаются более мелкие элементы, заполняющие свободное пространство и создающие особый ритм. Практически для всех ворсовых ковров характерен красный и бордовые цвета, от светлых до глубоких гранатовых и рубиновых оттенков. Такой колорит придавал интерьеру юрты солидный, добротный вид. Создавал атмосферу тепла и уюта, своеобразной наполненности и стабильности. Фактура ворса сама по себе имеет притягательное свойство. Тем более усиленная формой и цветом, она значительно обогащала жилое пространство. Несмотря на столь разнообразную цветовую гамму интерьера юрты, благодаря разным предметам творчества, наполняющими ее, в них нет кричащих тонов. Качество – это творческий процесс, в котором важно видеть конечный результат своего труда. Вдохновение мастерицы черпали из самой природы, и здесь нужно отдать им должное. Они создавали четкий симметричный рисунок с тонко переданными гармоничными сочетаниями, спокойным или, напротив, ярким и трепетным колоритом. Профессиональные мастерицы могли обходиться без эскиза, так как за много лет запоминали мотивы, используемые в ткачестве. В качестве эскиза они могли использовать декор готового ковра. Мастерица должна была четко представить, как будут распределены цветовые сочетания, рассчитать количество цветной пряжи так, чтобы хватило на все изделие.
Основным украшением юрты служили узорные ленты баскуры и бау. Баскуры стягивали купольные жерди уик и решетчатый каркас кириге по всему периметру, декорировали стык цилиндрической части кириге с куполом. Они придавали юрте празднично-парадный вид. Бау, пересекая купол по диагонали, размещались между деревянными жердями и войлоком, а также служили для скрепления наружных войлочных покрытий. Разнообразие техник исполнения бау и баскуров, их многоцветная палитра создавали особое внутреннее звучание интерьера юрты. Ширина баскура около 30 см. Средняя длина баскура от 12 до 30 метров, в зависимости от размеров юрты. Ширина бау составляла 15-20 см. Средняя длина от 3,5 до 9 метров, иногда бывали и длиннее. В зависимости от назначения существовало множество разновидностей бау: киригия-бау, бельдык-бау, жел-бау, ортанге-бау, узик-бау, шанырак-бау, шекпен-бау, тангыш. Ленты с кистями жел-бау, шашак-бау подвязывались одним концом к купольному навершию шанырак, а другим к грузу или к колу, вбитому посередине юрты, что делалось для ее устойчивости при сильных ветрах. В качестве баскур и бау применялись такие виды техник, как терме и смешанное ткачество. Ак-баскур имел три вида выявления орнамента, и все они относятся к смешанному ткачеству. Все три вида объединяло то, что фон ткался обычной полотнянной техникой и оставался белым. Для кызыл-баскур характерна техника терме. Их отличает сдержанная палитра не более четырех цветов. Композиция состоит из повторяющегося рапорта по всей длине изделия. Тканные изделия казахов вмещали по меньшей мере 5 качеств. Это неотъемлемая функциональная значимость, декоративная роль в интерьере юрты, обрядовая, религиозная, благопожелательная и охранительная. Последнему пункту уделялось особое значение. Каждому изделию присуща своя вековая история. Формы изделий, их композиционные схемы и мотивы формировались в течение долгого времени, видоизменяясь и совершенствуясь. Хозяева юрты, подобно опытным дизайнерам, создавали неповторимое в своем роде жилое пространство. Богатство дома заключалось не только в количестве скота, но и наличием предметов, необходимых в быту. Чехлы для сундуков, постельных принадлежностей, суммы для вещей имели объемную форму и служили дополнительным украшением интерьера юрты. Мастерицы также изготавливали до 14 типов всевозможных сумм и чехлов, необходимых для хозяйственных нужд. Суммы керме-кап, кириге-кап использовались в хозяйстве для хранения одежды и прочей домашней мелочи. Переметные суммы коржин использовались в хозяйстве для перевоза поклажи на вьючных животных и ткались на горизонтальных станках. Если керме-кап ткались в технике ворсового ткачества, то аяк-кап могли изготавливать в разных техниках. Как правило, эти изделия украшались по низу длинной бахромой. Традиционная форма коржин представляет собой два кармана – алта, соединенных между собой. Для лицевой части этого изделия применяются все известные виды ткани. Коржин, помимо своего прямого назначения – перевоза поклажи, имел важное значение в свадебной церемонии. Сваты преподносили подарки, складывая их в коржин. Процесс распределения даров из коржина был самым ожидаемым и почетным моментом. Карманы коржин плотно закрываются оригинальным методом «петля в петлю», прототипом современной молнии. Петли легко сплетаются между собой и расстегиваются одним движением руки. Религиозная значимость тканных изделий выражалась в молитвенных ковриках «жайнамаз». Они в основном изготавливались в южных регионах. Это были небольшие изделия с изображением арки, михраба мечети в сочетании с различными орнаментальными мотивами и с классической схемой композиции, характерной для ковров с орнаментированной центральной частью и бордюром.
Юрта была не просто жилищем, она являлась образцом порядка и гармонии. Ребенок с самого рождения был окружен гармоничным цветовым богатством, разнообразием орнаментальных форм и предметов, проникался чувством красоты на всю жизнь. У него формировалось ассоциативное мышление, а склонность к фантазии, способность насыщать явления позитивом, становилась неотъемлемой жизненной чертой. Каждая вещь в доме знала свое место. Лишних вещей не было, так как это было непрактично для кочевого образа жизни. Одним из незаменимых украшений в юрте были цветные кисти шашак. Они изготавливались из окрашенной шерстяной пряжи. Для того, чтобы сделать пушистую кисть, мастерица вначале изготавливала бахрому, используя веретено и иглу. Для этого была необходима нить высокой крутки, которая скручивалась на необходимом расстоянии и закреплялась с помощью иглы и нити основы. После того, как бахрома была готова, ее закручивали на цветные жгуты, изготовляемые из жесткого волоса путем плетения, и прошивали. Эти жгуты для придания им декоративности обматывали цветными нитями, украшая сложными красивыми узлами. Иногда мастерицы нанизывали на кончики бахромы бисер, что делало кисти более нарядными и праздничными. Многие тканные произведения украшались кистями. Разноцветные кисти выполняли также роль оберега. Они привлекали на себя внимание, тем самым отводили случайный взгляд от членов семьи. В прикладном искусстве казахского народа многовековой опыт творческих поисков выкристаллизовывался в бесценное народное достояние. В тканных произведениях выражается душа всего народа, сохранившего свое бесценное наследие в знаках и символах.